Всем привет! Добро пожаловать на канал ProcBlog TV и в Кремниевую долину. Мы сейчас находимся в центре Кремниевой долины, в Пало-Альто. Рядом со мной Влад Орлов. Он согласился поделиться своей интересной историей. Живет уже 5 лет в Калифорнии, правильно? Да, все это время в Калифорнии. И достаточно много компаний ты сменил, поэтому история у тебя интересная. Да, сменил 5 компаний за все это время. 5 лет, 5 компаний. 5 лет, 5 компаний, здорово. Ну, я предлагаю начать с азов, с самого начала. Расскажи о своем пути, ну, не с рождения, а как начинался твой путь в программировании. Первое воспоминание, не рассказывай, да, первое воспоминание. А расскажи, как ты понял, что ты хочешь заниматься программированием? Я, честно говоря, не знаю, как я понял, но я помню, что уже где-то в 8 классе я каким-то образом точно знал, что мне нравятся компьютеры, и мне нравится что-то с этими компьютерами делать. Я тогда не понимал, что с этими компьютерами можно делать. Но у нас в Крыму есть станция юных техников. Я родом из Крыма, забыл сказать. И при этой станции юных техников есть кружок программирования. И в 8 классе, когда я понял, что мне интересны компьютеры, я решил попробовать себя в программировании, пошел в этот кружок. Первый год я проспал. Я совершенно не понял, о чем речь, потому что сразу пошла речь о булевых функциях. Я сразу же не врубился, что происходит. И примерно через месяц я уже на этих лекциях спал. Но благодаря преподавателю, который со мной поделился книгой о Паскале, о Турбо Паскале, и благодаря тому, что я эту книгу прочел, у меня интерес к программированию возобновился, и уже с тех пор я твердо знал и понимал, что я хочу быть программистом. Фактически с 8 класса, да? Да, с 8 класса. Здорово. То есть с 8 класса я уже писал в 9 классе, начиная с 9 где-то класса, я писал уже какие-то простые программки, где я манипулировал матрицами, пытался там какие-то простейшие вещи с ними сделать, что-то там единицами, ноликами заполнить, там правильный шаблон нарисовать. И там же мы делали какие-то интересные проекты. Я помню, ребят делали гораздо более интересные проекты, чем я, поэтому я не буду рассказывать о своем проекте, я расскажу о проектах других ребят. Да, один из моих одноклассников, если можно так выразиться, написал 3D-шахматы. Причем к этим шахматам был прикреплен искусственный интеллект, и этот человек сам написал такого рода программы. То есть со мной учились достаточно талантливые люди. Когда перед тобой стал вопрос о том, куда идти учиться, у тебя, в принципе, выбора специальности вопрос не стоял. Совершенно не стоял вопрос, да. Я уже точно знал, куда я хочу. И вопрос стоял, собственно, в выборе вузов. Не было в то время такого большого количества. Было 2 вуза толком в Крыму. И остальные были в Украине, в России, в Киеве, в Харькове. Ну, ты остался в Крыму, да, остался и получил в Крыму там образование. Расскажи о том, что вы изучали, и самое главное, как ты выбрал язык программирования, свой первый, вот по каким принципам ты его выбирал? Язык программирования, опять же, пришел из этого же кружка, о котором я рассказывал. Кружок, как я сказал, мы в первый год изучали Турбо Паскаль, второй год мы уже изучали более продвинутый язык программирования C++. Нет, был вначале C, а потом C++. И, собственно, вот с этого языка программирования я начал. И к университету я толком знал, получается, только 2 этих языка. В университете... в университете у нас был такой интересный курс. И в том плане, что специальность, на которую я пошел, она была достаточно молодой. Скажи, что за специальность? Компьютерная инженерия, компьютерные системы и сети, так назывался моя специальность, при факультете физики. Соответственно, все преподаватели были из факультета физики. И нас учили, изначальный набор был стандартный, там математика, линейная алгебра, статистика. Какие-то курсы нам пытались давать уже более ориентированные на
компьютерную инженерию. Нам пытались давать языки программирования, но я помню, что мы изучали Pascal, C++. Были даже какие-то курсы, связанные с более с компьютерной инженерией. Но, к сожалению, либо к счастью, система преподавания в украинских вузах, по крайней мере, в том вузе, где я учился, была ориентирована на больше на самообразование. То есть не то, что даже на самообразование, а более ориентирована на... Все рассчитано было на то, что тот человек, который пришел в вуз, он уже обладает нужной мотивацией, знает, зачем ему эти курсы нужны, какие курсы он хочет изучать, и вот знает, что конкретно там, статистика ему понадобится для этого, для того и для этого. Нам на курсах никто не объяснял, зачем нужно учить, например, статистику. Соответственно, уровень внимания большинства студентов такого рода предметом был пониженный. Студенты, в том числе и я, много подобных курсов не брали для себя. А можно было выбирать? Не, нельзя было выбирать. Нельзя. То есть курсы нельзя было выбирать, никто тебе не вдавался в объяснение, зачем. В американских вузах, как правило, изначально с тобой либо student advisor, то есть человек, который работает с тобой, как со студентами, либо преподаватель хотя бы одну лекцию посвятит тому, что он объяснит, зачем нужно изучать этот курс, и постарается как-то мотивировать. Это помогает очень для того, чтобы студента как-то заинтересовать, чтобы студент начал... нашел какой-то практический интерес в конкретном курсе, а не теоретический. Ты закончил университет, да? И пошел работать. Расскажи о своем первом проекте. Это было в Украине, правильно? Да. То есть в 2007 году... на самом деле я даже не заканчивал университет, а пошел работать при кафедре. Я был, грубо говоря, системным администратором какое-то время. Это мне позволило познакомиться с Linux, с программированием под Linux. И после окончания университета я уже был готов к более серьезным компаниям. Первая моя работа, это был что-то среднее между администрированием и программированием. Я пошел работать в компанию, где требовался администратор, системный администратор, но в то же время компания занималась аутсорсингом, то есть они писали код для американских клиентов. И это мне позволило, работая администратором, брать на себя какие-то проекты дополнительно по программированию и выполнять, и тренироваться программировать на языке Java. После этого я через знакомого нашел работу в Киеве, и меня взяли уже программистом на Java в Киеве, тоже в консалтинговую компанию. В этой консалтинговой компании я проработал на одного клиента, у нас на один и тот же проект примерно 2 года. 2 года проработал на эту компанию, на один и тот же проект. Был интересный проект. Расскажи о нем. Заказчик был из Дании. Что было в нем интересного, так это поездки. Каждые 3 месяца каждый из членов команды имел возможность съездить в Данию на до месяца, пожить, поработать с командой, с датской командой и прочувствовать, потренироваться говорить на английском, посмотреть, как люди живут, работают в Европе. Ну вот с этого момента давай поподробнее. Интересно, у меня сейчас планируется поездка в Европу, и я буду в Дании, но человека как-то не получилось договориться с тем, кто работал в Дании. Вот мне так повезло, что ты сейчас сидишь напротив, у тебя есть опыт хоть какой-то, но ты немножко прочувствовал. На самом деле очень мало, да. То есть я не работал, как они говорят, full-time, полное время там. То есть я был как приглашенным. Но, тем не менее, ты что-то смог заметить по рабочему процессу? Вот можешь сравнить, как был устроен рабочий процесс в Украине и как устроен рабочий процесс, например, в Дании? Есть ли какие-то отличия?
Разницы, по большому счету, не было, потому что с нашей стороны мы старались каким-то образом подражать рабочему процессу в Дании. И единственное отличие, наверное, было в том, что в Дании мы говорили по-английски, в Украине мы говорили по-русски. В остальном мы делали те же самые задачи. Все, в принципе, было то же самое. А расскажи тогда подробнее о своем проекте. Чем вы занимались, над чем вы работали? Это была система, которая позволяла маркетологам создавать какие-то кампании маркетинговые, соответственно, включая рассылку СМС, рассылку электронных писем. И, в общем-то, пожалуй, это все. То есть они проектировали кампании и запускали компании прямо из нашей системы. В какой момент ты понял, что ты хочешь переехать в США? И было ли такое желание, или просто это было случайно? Расскажи свою историю переезда. Я, наверное, начну с опыта работы в Дании. Да. Поработав какое-то время в Дании, пусть даже в роли приглашенного программиста, я прочувствовал, скажем, разницу в возможностях работы и уровнем жизни, естественно, за границей и в Украине. За границей как-то жилось проще, комфортнее. Тут я для себя понял, что я, пожалуй, хочу переехать. Но вопрос еще не стоял о том, что я хочу переехать. Точнее, не вопрос, а я точно не решил для себя еще на тот момент, что я хочу переехать в Америку. То есть я как бы думал об этом, но не всерьез. И в то время я больше был ориентирован на Германию, потому что еще будучи в школе, я интересовался немецким языком, учил немецкий язык, и как-то так сложилось, что мне было больше интересно Германия. И в первый раз я задумался о переезде в США уже в 2010 году, когда я съездил в Нью-Йорк на неделю на конференцию. И что меня поразило, так это внутреннее какое-то ощущение свободы, которую я для себя открыл, будучи в Америке. Я не знаю, как это объяснить, но постараюсь. То есть, в Украине, в Киеве, я себя чувствовал достаточно зажатым. Было? Зажатость? Зажатость внутренняя. Нет, внутренняя какая-то такая зажатость. Я не чувствовал, что я могу, скажем, выразить себя или действовать согласно моему внутреннему желанию в любой момент времени. В США же, когда я приехал в Нью-Йорк, это все ушло. И какая-то сама атмосфера, она способствовала большей открытости, больше какой-то... Я почувствовал, что я могу делать все, что захочу. Понятно, что это не основная из причин, что основная из причин, естественно, к примеру, открытие бизнеса в Америке занимает 15 минут, в Украине открытие бизнеса займет гораздо больше времени, скажем так. Ну и ты вот все-таки смотрел в сторону Германии, да? А как на горизонте появилась США? После конференции в Нью-Йорке я стал серьезно задумываться о переезде в США, а не в Германию. Потому что с Германией там свои проблемы. К примеру, в Германии повышенные требования к языку. Чтобы получить гражданство, нужно сдать очень серьезный экзамен по языку. Затем в Германии сложнее найти работу. То есть я пытался найти работу в Германии. Было гораздо меньше интереса ко мне. Но я думаю, что это связано с тем, что там в самой Германии меньше, хуже развит IT-сектор, меньше стартапов, чем в долине. И, может быть, за счет этого... Ну и плюс в Германии есть возможность приглашать и брать программистов из таких стран, как Польша, Испания. И, соответственно, там достаточно много своих талантливых инженеров и ребят, которые готовы работать. А ты переехал в 2013, да? К
как ты сказал. В 2013-м ты переехал по какой визе? H1B. H1B. В тот год была лотерея или еще не было? Нет, мне повезло. Последний год, да, когда не было лотереи. Я и думаю, что ты так говоришь, потому что сейчас, на самом деле, намного проще вот именно уехать в Германию, потому что там намного проще вот эти получить вид на жительство. Сейчас, конечно, всегда... Но опять же, все, наверное, связано, все, наверное, зависит от того, нашел ли конкретный человек конкретную компанию или конкретной компании конкретного человека. Если есть вот эта вот связь, если вы друг друга нашли, то, мне кажется... Компания найдет путь. Да, компания найдет путь. То есть, если это компания, которая международная компания, которая имеет офис в Украине или в России, они могут привезти даже по другой визе, где не нужна лотерея. Да, даже не в Украине, не в России, а может быть, в другой стране, куда проще ехать, правильно? Да, знаю, у меня знакомый собеседовался в Amazon, он прошел собеседование. Что интересно, они пытались делать одновременно две визы, одну в Канаду, другую сюда. Да. С американской визой ему не повезло, он в лотерее, по лотерее не прошел, но зато он уехал в Канаду и сейчас живет, работает в Ванкувере, что интересно, ему больше, ну, ему нравится там. Ну, это известная, там свои, да, известная схема. У меня было несколько интервью с программистами из Ванкувера, и вот это как раз-таки был парень. То есть мы это вырежем, да? Нет, я оставлю. Просто еще одна подтверждающая история, что эта схема работает. Расскажи о том, какая компания, с какой компанией ты переехал в Америку? Я нашел в свое время две компании, когда я искал работу, я нашел две компании. Одна была в Техасе, вторая была в Калифорнии. И выбрал я компанию в Калифорнии, просто потому что мне не хотелось ехать в Техас. Но компания в Калифорнии, она занималась консалтинговым бизнесом. И фактически я... первое время работал на консалтинговую компанию. То есть я работал над проектами, которые приходили от других компаний, скажем так. Ну и сколько ты проработал? Ну вот у тебя была H1B виза, да? То есть они делали тебе грин-карту, эта компания? Да, они стали делать мне грин-карту, но грин-карту я получил не через эту компанию, а получил через другую компанию. А ты не скажешь название этой компании, с которой ты приехал сюда? Да, я могу сказать название, их неофициальное имя CodeMiners. Но эта компания, так называемый бодишоп, да, который вот говорят, что они перевозят здесь, и здесь у них нет, есть другие. Нет, точнее, я бы не сказал, что это их основной бизнес. Их основной бизнес все же работа над проектами, выполнение проектов из американских проектов в Украине. То есть аутсорсинг, да? Аутсорсинг, да. Меня они решили, взялись перевести только как в виде исключения, скажем так. Ну и почему ты ушел от них? Не сложилось, скажем так, да. Ну, там были свои минусы работы в такой компании. Скажем так, такой компании, как правило, схема работы таких компаний, они берут какую-то часть выручки с твоей зарплаты. Ну, приличную. Приличную, да, часть выручки. Я думаю, что и это у большинства. Когда я это понял, я решил, что такой род деятельности не для меня. И нашел компанию, которая готова была меня взять на, как американцы говорят, full-time. На full-time. Да. Какая это была компания? Там была интересная ситуация. Я перескочил через компанию, которая называется Verizon. Да, да, известная компания. Да. Но это оператор связи, да? Оператор и помимо связи, этого да. У них сейчас есть какие-то отдельные, другие... направление. Да, они занимаются мобильной связью, пытались заниматься видео, как-то у них с этим не срослось. Ну, в любом случае, это крупная и успешная компания. Да, большая компания в Америке, как мобильный оператор, как, не знаю, в МТС в России. Да. Ну и вот, ты поработал в Verizon, и расскажи о своем проекте, над которым ты работал. В Verizon, как и в любой большой компании, все задачи делились на отдельные проекты, то есть вся система, над которой мы работали, собиралась из отдельных проектов. И мой проект был посвящен обработку звуковых команд. То есть то, что вот сейчас делает Alexa, мы пытались сделать что-то похожее для их собственной медиа-системы,
но больше, но все это было больше ориентировано именно на голосовые команды, то есть поиск, голосовой поиск, управление системой через голос. Ну что, мы тут немного подмерзли, поэтому оделись. У нас садится солнце, и уже не так тепло вечер. Я предлагаю поговорить об Apple. У меня еще не было героев из Apple, а ты работал в Apple. Мне это очень интересно. Расскажи о том, ну, о своем опыте. Ну, во-первых, давай начнем вообще просто с каких-то общих впечатлений о работе в Apple, о рабочем процессе. Да, я сразу скажу, что я работал только в одном из проектов, в одном из множества проектов, которые есть в Apple. Поэтому мое впечатление, оно неполное, естественно. И я работал в Apple по контракту. То есть, опять же, мои впечатления могут отличаться от тех, кто работал там full-time, потому что в Америке это две большие разницы. Я работал в отделе Apple, который занимался обработкой данных iTunes. И в целом разработка, как и в больших компаниях в Америке, была построена на... разделена между отдельными группами. Мы работали над системой внутренней для аналитиков Apple. И, к сожалению, я не могу даваться в детали, но в целом было достаточно интересно, потому что со мной работали ребята из разных стран, то есть была достаточно такая интернациональная команда. Что запомнилось с того времени, так это общая подготовка ребят, в том числе руководство. Наш руководитель проекта, он не только... в его обязанности входило, в общем-то, только проектирование продукта. То есть он не должен был писать код, но этот парень в свое свободное время, вечерами, он писал код. И вместо того, чтобы нам показывать слайды или показывать, скажем, общую, или рассказывать об общей картине, как он видит, он нам показывал уже полуготовые наброски кода и системы, которые вот я хочу, чтобы вы, ребята, сделали вот так вот. Я написал свой код, он, конечно, я понимаю, недостаточно продвинут, вы сделаете вот его более, сделаете его лучше. И вот, собственно, было интересно с такими людьми работать, потому что они были достаточно техническими, достаточно хорошо понимали наши проблемы и не ставили каких-то задач, которые недостижимых задач, которые бы заставили нас плеваться. Да. Ну а что касается вот, уровня стресса в Apple? Apple — компания, которая, во-первых, выдает очень много продуктов, и эти продукты, ну, известна вот эта любовь к доведению до идеала всех вещей, всех продуктов, да? Угу. И, естественно, такие компании не могут быть нетребовательны к своим сотрудникам. Вот насколько высокий уровень стресса был? У них был такой интересный график. Чем ближе к событию в октябре или в сентябре, я уже не помню точно, чем ближе вот к этому событию, тем более горячо становилось программистом. Но что интересно, после окончания вот этого периода, после того, как Apple сделал... выпустил там, например, новую версию операционной системы или продукт, и закончился период, когда поступают новые проблемы, баги и т.д. и т.п., они давали где-то в ноябре, во время Дня Благодарения, и там, по-моему, до Дня Благодарения, они давали две недели выходных всем сотрудникам Apple. Меня это не касалось, потому что я был контрактором, но всем сотрудникам Apple они давали две недели дополнительных выходных, то есть это не в счет вот тем выходным, что имеют сотрудники каждый год. Ну вот смотри, ты проработал в Apple, ну, на проекте в Apple, да? Проработал всего 8 месяцев. Да. А почему ты ушел? Не сложились финансовые, не сложилось финансовое отношение. Да, то, о чем ты говорил. Да. То есть это от них ты работал в Apple, да? Да, я через них. Для того, чтобы, скажем, попасть в Apple, мне пришлось, естественно, с Apple пройти пару собеседований. Да, ты проходил, да? Да, естественно. А ты можешь рассказать о процессе, как устроен этот процесс? Ну, для меня процесс был, наверное, немножко другой. У меня было одно единственное собеседование.
Как правило, в Америке кандидаты проходят не одно собеседование. Да, как правило, ну сначала рекрутер, потом фон-скрин, потом идет, наверное, от 4 до 6 собеседований он-сайт в один день, правильно? Mm-hmm. У тебя как было? В целом у меня было совершенно все по-другому, потому что, опять же, я шел через консалтинговую контору, у которой были свои какие-то связи внутри этой компании. Ну да, они уже, компании. Условно говоря, они доверяли этой компании. Да, как-то. Там были своя связь, и мне пришлось пройти одно собеседование, где я поговорил сразу со всеми членами команды, и они решили меня взять, попробовать. В Америке к контракторам отношение немножко проще, потому что уволить контрактора они могут одним днем. А других нет? Просто... Нет, то тут в больших, особенно в больших компаниях, как правило, есть процесс. То есть так одним днем уволить практически невозможно. То есть тебе не придут, не поставят на столку коробку? Нет, они, как правило, у них свои внутренние процессы, никак не связаны с государством. Государство не дает никаких, не ставит никаких условий перед компаниями. Но, как правило, внутри любой компании есть свой процесс. И это связано с тем, чтобы людей не увольняли просто за, скажем, за то, что они поссорились с боссом. Тут как бы есть свои процессы внутренние, которые не позволяют делать непродуманные решения, принимать непродуманные решения. Ну вот ты сказал, что у тебя было одно собеседование, да? Оно, естественно, было техническим, я думаю. Ну расскажи, что оно представляло. Это были алгоритмы или что это было? Нет, они меня спрашивали больше по тому конкретным технологиям. То есть это было достаточно приближенно к тому опыту собеседования, который у меня был в Украине. Интересно. Их интересовала больше практичная сторона вопроса, и они там спрашивали меня по конкретным технологиям. Я насчитываю, значит, мы поговорили с тобой о Verizon, а вот компании какой-то, но ты сказал, было 5 компаний, 5 лет, 5 компаний. Что мы еще упустили, какие компании? Так, мы упустили Sangevity. Компания интересная была достаточно компания, они занимались... Они владели процессом поставки солнечных батарей на крыши своих клиентов. Какова была твоя роль? Я для этой компании писал очень интересный проект. Мы занимались анализом фотографий, полученные через аэросъемку. Использовались данные для определения крыш. Область, которую мы в данный момент обрабатываем, это какой-то город. Как правило, мы обрабатывали города, маленькие города. Что мы делали? Мы пропускали наш алгоритм через эти данные и выясняли, какие из этих, какие кусочки из этих фотографий являются крышей, какие кусочки являются деревьями, какие кусочки являются препятствиями для установки батарей, солнечных батарей. И определяли лучшую поверхность на крыше, куда можно поставить батарею, солнечную систему. И затем определяли параметры, которые необходимы для установки солнечной батареи. Ну, и дальше эти параметры отдавались другой системе, которая занималась уже автоматическим проектированием первого приближения этих дизайна этих солнечных систем. А какие технологии вы использовали в основном для этого? Мы писали это все на скале самостоятельно. По большому счету мы не пользовались большим количеством технологий. Самой основной из основной рабочей лошади в нашем случае был Spark и другие библиотеки на скале, которые мы использовали для работы с линейной алгеброй. Я, наверное, не буду вдаваться в подробности. Хорошо. Те, кто работает со скалой и нуждаются в таких... Там, собственно, одна библиотека Breeze, которая используется в этом случае. Да, будем надеяться, что люди знают, потому что я нет. Какие технологии, естественно, ты используешь вот в своей работе? Ну, в моей группе мы в основном используем Python и Scala. Это не то, что Америка. Ну, нигде работает. Это Кремниевая долина, и это для меня боль и печаль, что здесь так плохо работает связь с интернетом. Даже так, обычно через полгода во всех компаниях. Нет. Какие у тебя впечатления от того, как ты думал о Кремниевой долине, и какая она оказалась на самом деле?